Чесапик Бей-ретривер – крупная охотничья собака, идеально приспособленная для работы в водоемах с коркой льда. Высота в холке – до 66 см, вес – до 36 кг. У ретриверов крепкое телосложение, сильные конечности, крупные лапы, сильная короткая шея. Глаза золотистые, янтарного цвета. Уши висячие, среднего размера, посажены высоко. Шерсть короткая, очень густая и плотная. Настолько плотная, что не пропускает воду. Окрас от темно до светло-коричневого. Чесапик Бей-ретриверы – идеальные охотничьи собаки. Талантливые, выносливые, трудолюбивые и очень ответственные. Работа для них – самое большое удовольствие, но без грамотных наставлений хозяина в ней никуда. Чесапики – это питомцы для опытных собаководов, знающих толк в охоте или ведущих исключительно активный образ жизни. Это не квартирная собака. Простор и движение необходимы ретриверу как воздух. Неутомимые охотники благородны и уверены в себе. Они держатся спокойно и никогда не проявляют необоснованную агрессию по отношению к окружающим. Однако в случае чего чесапик всегда даст отпор, защитит себя и встанет грудью на защиту хозяев. Это храбрая и очень преданная собака. У чесапик Бей-ретриверов прекрасное здоровье. Благодаря ему они могут работать в суровых условиях, в том числе в холодной воде. Грубая плотная шерсть защищает собак от намокания и холода. Средняя продолжительность жизни чесапика – 10-12 лет. Охотничьи собаки неприхотливы, уход за ними стандартный, плотную шерсть необходимо регулярно вычесывать. Порода была выведена в Америке, в штатах Вирджиния и Мэриленд. Это единственные американские ретриверы. Охота изначально была их предназначением. Породу создавали в помощь местным охотникам. Чаще всего с чесапиками ходят на уток, но мускулистые собаки могут справиться и с более тяжелой добычей. Впечатляющая выносливость, крепкое здоровье и особенная шерсть позволяют собакам работать в холодных водоемах, покрытых легкой коркой льда. Это не только прекрасный охотник, но и лучший друг. Чесапик Бей-ретриверы – официальный символ штата Мэриленд. Порода признана FCI. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.